Сегодня на ремонте монитор Samsung, модель SyncMaster 2233, диагональ монитора 21,5 дюйм. Неисправность такая, что при включении появляется на некоторое время изображение и потом тухнет подсветка. На первый взгляд может показаться, что проблема с лампами, так как подсветка ламповая, но вышел из строя высоковольтный трансформатор, который дает питание этой подсветке. Я его уже меняю второй раз. Первый раз менял на точно такой же, который был. Сейчас я такой не нашел. Заказал аналог. Ну, скажем так, я его подобрал по индуктивности. Скорее всего, сердечник немножко другой. Обмоток там уже больше. Буду сейчас ставить, смотреть, как он будет себя вести на своем месте. Модель трансформатора, которая стояла изначально, TM0815. Такой модели не было. Я заказал TMS91429ST. Ну и вот сейчас будет видно, что он как себя поведет. Трансформатор у меня уже выпаян. Вот он. Здесь получается в нем первичная обмотка и две вторичные на одну лампу и на вторую лампу. У одной обмотки обрыв. Также хочу отметить, бывает, что сопротивление этих обмоток могут быть разные. Если они разные, вы ищете неисправность, то неисправность кроется как раз в одной из обмоток. Какая-то вышла из строя, если изменилось сопротивление. Сопротивление обмоток должно быть одинаковое, как здесь, так и здесь. В этом варианте полный обрыв одной обмотки. Сейчас буду ставить, устанавливать, припаивать вот этот трансформатор. Заказал на AliExpress. Смотрел, подбирал его по индуктивности. Витков здесь чуть-чуть больше. Посмотрю, как будет вести себя данный вариант. Вот, кстати, еще один момент, кто хочет научиться паять и не знает, как оставлять свободными отверстия для пайки. С помощью зубочистки. Я раньше иголкой это делал, но на иголку потом рано или поздно начинает налипать припой. А зубочистка дешево и сердито. Столкнулся с проблемой. А трансформатор не подходит, он чуть-чуть шире. Сейчас рассверлю отверстие чуть-чуть подальше и продолжу монтаж. Собрал монитор. Когда я его включил, он также моргал и не включался. Пришлось убрать один конденсатор, который идет на первичную обмотку трансформатора. В принципе, подсветка работает, монитор работает.